Всем здоровчики, народ, Хася у аппарата, а это значит, что я сегодня вам буду рассказывать о новостях World of Tanks Blitz, начиная от ФГ-феста, заканчивая рудниками. Устраиваемся поудобнее, начинаем. Ну что же, я вам когда-то говорил, что Twister Cup переедет в онлайн режим из-за коронавируса. Эта же участь постигла День танкиста и ВГ-фест. ВГ-фест пройдет в онлайн формате, не знаю, как они это сделают. Я на месте Wargaming бы сделал как? Привез бы блогеров тоже. Замутил бы какую-нибудь движушечку, чтобы стримчик был интересным. Просто, ну, я ничего не имею против Wargaming, практически, но вот с организацией стримов у них есть небольшие проблемы. В том плане, что, ну, скучно, да. Не знаю, как это делают они, но вот качественно там все красивенько, просто конфетка, но скучно. Если я не прав, напишите в комментариях, скажи, блядь, ты чё, ВГ, Twister Cup, блин, 7 часов, была вот такая пушка-гонка была. Не знаю, мне надоело смотреть, ну, разнообразия там особо не было. Надеюсь, что на ВГ-фесте сделают что-то космическое, офигенное. Ждем, по-моему, 11 или 13 сентября. Отсчет пошел. Пацаны, любители британских ПТ, держите себя в руках. Японские ПТ-воды тоже держите себя в руках. Wargaming считает, что британские ПТ и японские ПТ слишком сильно выбиваются по статистике. Их надо нахлобучить. Это ж не фоч, который там просто, блядь, шпилит всех подряд. Его никто не пробивает в лоб. Ему еще апают, апают и апают. Ну, на самом деле, японские ПТ, они довольно-таки неплохие. Сколько я играл, они были вроде бы неплохими. По поводу британских ПТ, я уверен, что речь идет о барабанных ПТ, потому что, ну, как бы я не обожал, понимаете, да? Британские ФВ-215Б-183, ну, он дно по статистике, он просто вот там где-то, да? ФВ-4005, нормально. Короче, походу планируется немножко понерфить их, а то распоясались. И что вы думали, что я вам про Huawei не напомню, что ли? В описании есть инструкция, как донатить, ну, не на 50% дешевле, а с кэшбэком 50%. Загляните в описание, есть инструкция, реально, донатите косарь, получаете 500 камбэком, монетами. Донатите 100 рублей, 50 рублей получаете обратно. Любая сумма, все, камбэкается в описании. Карта Рудники. Я бомбил на нее. Я люблю эту карту, она старая, она олдовая, она клевая. До определенного момента. Когда ты начинаешь играть на 9-м, на 10-м уровне, там такая вакханалия происходит просто. ПТшки становятся, вы знаете, на горе, с другой стороны они становятся в кустах, и все. Либо ты ждешь, пока какой-нибудь дурачок поедет на гору, либо какой-нибудь дурачок засветится на маяке, либо пока кто-нибудь не психанет и просто не начнет ехать, рашить, и все. Карта просто, ну, дно, по моему мнению, на топовых уровнях, да. Wargaming это понимает, потому что, ну, блядь, это очевидные вещи, хотя не обижайтесь, если вам нравится эта карта, это нормально. Просто я говорю, что именно на высоких уровнях это, ну, это не дело. И поэтому Wargaming не убирает ее с 10 уровней в обычных боях, но уберет в рейтинговых боях. Ну, блядь, может быть. Они посмотрят на опыт из РБ, скажут, вот так вот все. Люди довольны, бои стали интереснее, и поэтому мы уберем в обычных боях. Я бы опустил, ну, до 7 уровня, вот максимум на 7 уровне, чтобы попадать в бой. Я все-таки надеюсь, что так и сделают. Wargaming готовит что-то капитальное на ВГ-фест, потому что они в Минске построили модель танка построили. У меня, к сожалению, нет сейчас фотографий, если я на монтаже найду, я вам покажу. Построили, короче, 50-100 или 50-120 из картона, там, один к одному, там, такая хрень здоровая. В общем, либо будут какие-то съемки, либо будет, можно сказать, стримчик. В общем, будет что-то интересное. Посмотрим. Я реально просто вот так вот сижу, чтобы Wargaming сделал интересный ВГ-фест. Ну и давайте последней темой я вам расскажу про летний сезон. Вот сейчас турики проходят, может быть, не все следят, хотя многие смотрят 100%, потому что там монетки дают за просмотр. Если не знали, вот вам информация. Можно получить всякие плюшечки. И, короче, я вам хочу просто рассказать. Я просто записывал видео пару месяцев назад о том, что если там Seven Star продолжит проигрывать, можете им что-нибудь сказать. Ну, они опять, короче, проиграли там, да, клану Unity. Если мне не изменяет память, я просто был в этом клане. Глава был из Минска, там ребята были минские. Ну, не все, конечно. Леня, кстати, который спиздил колонку, у меня тоже был в этом клане. Вот, красавчики. Я помню, вот мы года два назад встречались, они такие, нам надо пробиться, там, на отборочные твистеры, они там где-то заруинили. И сейчас они выигрывают Крокодилс, короче, Мерси выиграли, да, и Seven Star выиграли.
ну, красавчики. Ну, я не знаю, что сказать по этому поводу. Ну, Seven Star, ну, очевидно, что, наверное, дизмораль какая-то есть. Они немножко такие уже... Блядь, что-то как-то, ну, как-то не очень. Ну, и... Ну, понимаете. Одно дело играть на кураже, когда ты тащишь, ты выигрываешь. Ну, вы знаете, это как в рандоме, да? Ты 5 раз подряд выиграл или 10 боев подряд выиграл. Ты такой, да, сука, как, блядь. И следующий бой ты заруиниваешь, потому что ты уже настолько преисполнился всем этим. Ты уверен, что ты просто непобедим. Я думаю, что была здесь такая же самая ситуация. Ну вот, как-то так. Будем смотреть за стримами про турнир. Посмотрим, что там получится в конце. Может быть, все просто развернется. И Seven Star камбэкнется. Или Мерси там опять всех разорвут. Все, будем смотреть. Подписывайтесь на канал. Палец вверх. Подписочку, колокольчик. Пока.